Вы доверяете сотрудникам полиции? Я нет. А почему? 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 Потому что их слишком много развелось. Во-первых, и они не относятся, они не выполняют тех функций, которые они должны. Они формально подходят к этим вопросам. Когда нужно, полицейских никогда нет. Ну, в целом положительно, но у них тяжелая работа. Но я думаю, что в советское время им было легче расследовать преступления, особенно кражи, потому что в советское время некуда было, воровали вещи, которые можно было найти, вернуть, а сейчас это невозможно. Они сразу растворяются, исчезают, ломбарды и прочее. В советское время было проще. С 15:03 ночи была вынуждена звонить в полицию, чтобы утихомирили здесь. Но приехали они. А потом в 7 утра мне это сообщили, подтвердили, что машина была. Я говорю, я видела. Номер 21 на боку было. Ну, в некоторых случаях, да. Может быть, вы или ваши родственники подвергались полицейскому беспределу? Я сам подвергался. Ну, например, не представлялись, забирали в отдел. Ну да, это был бы... Не показывали ксиву. Хотели повешать какое-то дело, например. Тоже было. Правда, давно было, но было. Рейтинг их упал, я знаю. Поведение их не всегда вызывает такое-то, как вам сказать, одобрение. Подобающее, да, одобрение. Но в основном-то ведь семья не без урода не бывает.